І знаєте, сьогодні мені дуже подобається. Ми розпочинаємо такий дівочий ранок, розпочали з краси, потім поговорили про кохання, поговорили про донорство. І потім завершимо, якби, наш такий ранковий ефір спортом. До нас вітала у гості Ольга Астремська, тренер з йоги, і ми поговоримо про ранкову зарядку. Ми вже розчистили собі максимально простір і будемо разом з вами вчитися, як правильно зранку прокидатися і робити так, щоб ми були здорові та спортивні. Доброго ранку! Доброе утро! Ну, в першу чергу, розкажіть, що от особливого такого між зарядкою і йогою? Чи можна йогу використовувати для зарядки ранкової? Да, конечно, можно, но даже вот к йоге приступать нужно после легкой такой разминки, сделать суставную гимнастику, размять суставы, потому что тело, когда просыпается, оно еще не готово, да, к нагрузкам, и вот в йоге есть такие хорошие способы размяться, мне даже нравится больше, чем в любой другой там зарядке. Вот. Ну, йога, так, це таке поняття загальне, угу. Є дуже багато різновидів, якщо я правильно кажу. Да. Так, як взагалі її структуризувати і розрізняти? І дуже-дуже багато і названий, да, різних, і дуже всі по-разному відносяться, собственно, к йогі, і определення йоги для всіх какое-то своє, да, вот, і у кожного, я уверена, тренера теж буде своє определення. Вот. В першу чергу, це потрібно к этому відноситися з любов'ю, потрібно любити те, що робиш. И для меня все-таки йога – это про осознанность, про то, чтобы быть в моменте, про то, чтобы осознавать «я здесь, я сейчас», потому что в нашем ритме жизненном нынешнем, да, очень таком достаточно стрессовом, вот очень прекрасно уметь вот остановиться, замедлиться, подышать и почувствовать свое тело. Это про ощущения, про дыхание. Дыхание – это вообще номер один. И про любовь и благодарность. Вот. Ну, вот, знову ж таки, вы заговорили за ритм життя, mm-hmm. Так, скільки потрібно часу виділяти на йогу? Достаточно, если даже это будет 15 минут в день, да, но это систематически, не так, что там раз в месяц я там вспомнила и позанималась. Если это систематически, то есть у нас у многих сидячая работа, да, и вот особенно по моему опыту страдают мастера там маникюра, салонов красоты, потому что они работают в основном одной рукой больше, у них асимметрия возникает, и потом очень сложно это все, ну, можно абсолютно, если человек будет заниматься, да, можно это все исправить, но лучше не доводить до каких-то критических состояний и работать над собой. Вот 15-10 минут даже в день, вот даже то, что я покажу, если это делать каждый день, уделять себе там 10 минут, уже будет результат. Я даже показываю там и сидя в офисе, что можно делать. То есть Вау. Главное не лениться и просто вот помнить о себе, что вы у себя все-таки самое дорогое и ценное, и нужно себя беречь. Ой, мне подобается этот девиз. Я особо найдорожче, що в мене є. Слухайте, от це ми вже зрозуміли. Ми перейдемо до того, uh-huh. що ми зараз будемо це все пробувати відтворювати тут, але мені цікаво, от скільки треба часу от робити там по 10 хвилин, uh-huh. по 15, але протягом якого часу, щоб відчути, що о, моє, взяло. Я думаю, что ну, уже через неделю, если вот эту именно зарядку, которую я покажу, делать каждый день, то уже через неделю будут видны какие-то результаты, но через месяц уже 100% почувствуется по телу, да, что вы ну, разминаете, вы что-то делаете, вы снимаете блоки. То есть это, я уверена, что человек, который что-то делает постоянно, он увидит результат обязательно. Мы вот. До літа, можливо, так-то и не встигли підготуватися, але літо дає нам ще фон. З тим, що погана погода. Тому я пропоную, можливо, ми не будемо відтягувати. Uh-huh. Вибирайте колір, який вам найбільше подобається. Ми допоможемо підготувати uh-huh. простір. Давайте одразу якось визначимось. Тобто ми будемо говорити про ті вправи, які людина може і вдома робити. Да. І так як мій девіз... Ой. Мой девиз в первую очередь это не навредить, и я всегда несу ответственность. Вот у меня есть тоже онлайн занятия, да, и я понимаю, что человек по ту сторону, я же не знаю, какая будет техника, то есть я покажу то, что может делать абсолютно каждый и доступно каждому. И то есть травмировать себя очень, очень сложно, это нужно постараться, поэтому для меня важно, и самое вот, что я хотела добавить, все простое, гениально, да, вот, и вот простые упражнения, они всегда помогают больше, чем когда мы хотим что-то усложнить, и мы, наше тело еще к этому не готова, и мы делаем скорее тут, можем сделать чуть-чуть хуже себе. Поэтому вот самое простое, оно и самое действенное. Вот поэтому хочу показать то, что доступно будет каждому, и все в любом возрасте
смогут это делать. Я также своей маме всегда говорю: мама, делай вот эти упражнения, потому что особенно с возрастом у нас все-таки наш позвоночник, он лучше не становится, его очень важно поддерживать, вытягивать его, вот, чтобы быть здоровыми, давайте, красивыми и счастливыми. Да, давайте. Да, давайте. Я можу вам якось допомогти, але знаєте, я розтілю зараз. Ангеліна, я в тебе уточню, ти йогою займаєшся чи ні? Я займаюся усім, що викликає спортивний настрій у тіла. Це, знаєте, це виходить якийсь певний мік. Ось у нас буде камера, глядачі наші тут. Зараз режисери наші налаштуються. Так, я трошки хочу допомогти вам. Причому коврик підходить під твій колір костюмчику. Ти мала тут стояти. Так. Так. По-перше, у вас дуже класний костюм. Я так розумію, що ще запорука гарного тренування – це одяг, який тобі подобається. В якому чувствуєш себе комфортно. Я правильно, що повернулася? Так, це ідеально. Ми вас бачимо, глядачі нас бачать. Хочу сказать, что, в принципе, неважно, как именно вы сядете, можно больше там скрестить ноги, либо же вот так сесть на пяточки. Самое важное, чтобы вы оставались с ровной спиной, потому что и вот сидели, чувствовали седалищные бугры, да, не заваливались назад на копчик и удлинялись. Потому что вот когда как раз мы вытягиваем позвоночник, у нас уходят вот эти все напряжения, и мы себя оздоравливаем в этот момент. Раскрываем грудную клетку, оттягиваем плечи вниз, вытягиваемся, делаем такую красивую осаночку. И я бы порекомендовала начать хотя бы с минутки дыхания. Да, не обязательно нам сейчас это делать вместе. Можем, но сейчас дозволяем. Просто расслабить лицо, можно прикрыть даже глаза, настроить себя, так как мы про утреннее говорим, да, вот утреннюю разминку, настроить себя на день, сказать себе, что вы прекрасны, что ваш день пройдет так же замечательно, вдохнуть такую легкость, спокойствие и гармонию. И настроить себя мысленно, спокойный вдох, и мы начинаем так вот снизу живота наполнять себя, наполнять грудную клетку, поднимаясь вверх ключицам, и выдыхаем в обратной последовательности. У нас примерно вдох равен выдоху, то есть вы можете даже считать количество счетов, там раз, два, три, четыре, пять, и выдох раз, два, три, четыре, пять. Ну, может, у кого-то длиннее будет дыхательный цикл. И вот настроить это дыхание и продолжать дышать равномерно – это очень важно. Даже вот в любой стрессовой ситуации, если в течение дня у вас возникает, можете просто замедлиться, остановиться и подышать, и вы увидите, что вам станет гораздо спокойнее и легче. Вот. И после того, как мы настроим с вами дыхание, проверим, что у нас ровная спинка, вытянут позвоночник, и начинаем с разминки шеи, делаем вдох и опускаем подбородок с выдохом. И отсюда такой медленно рисуем полукруг к правому и к левому плечу. И хочу сказать, что особенно утром нам не нужна скорость здесь, нам нужно осознанно, да, это все делать, никаких резких движений, у вас организм только просыпается, и мы вот его так пробуждаем. И потом я бы так ушла к правому плечу и помогла себе рукой. Правой рукой мы накрываем левое ухо, а меня зеркально видно, правильно сейчас или... Ні, вас правильно видно. Да. То есть моя правая рука – это моя правая рука. Я просто перед... Нет, зеркально выходит. Вот, и мы здесь, чтобы шею вытянуть и чуть-чуть еще ее укрепить, немного рукой так надавливаем на ухо, а головой как бы немного руку от себя отталкиваем. И у вас такое возникает напряжение, и укрепляются глубокие мышцы шеи. Шея у нас всегда, да, находится в напряжении в течение дня, нужно ей уделять внимание. И потом мы с вами медленно уходим в левую сторону и левой рукой накрываем правое ухо и также стараемся немного в диагональ голову вытянуть. Я загубилась, зайшлась. Просто бери іншу сторону. И немного мы так нажимаем на ухо, а головой руку от себя отталкиваем. У нас такое сопротивление возникает, такое легкое напряжение с правой стороны шеи. Тоже мы и вытягиваем, и укрепляем мышцы сразу же одновременно. И потом медленно уходим вперед, ручки в замок, накрываем затылок и с выдохом локти направляем вниз. И тут мягко под весом рук чуть-чуть нажимаем на голову, можно покачаться вправо-влево, такое вытяжение задней поверхности шеи. Ой, вычувается.
Угу. И опускаем ручки, раскручиваемся. Угу. И сейчас делаем вдох, вытягиваем руки вверх, в замок и выдох. И здесь важно руками тянуться вверх, плечи при этом оттягивать вниз. Угу. Седалищные бугры почувствовать и вес тела на них перенести. И вот так вытянуться хорошо, почувствовать вот это вытяжение. И мы делаем мягкие скруточки, вдох, поворот вправо с выдохом. Опускаем левую руку за правое колено, ага, и поворачиваемся, смотрим назад. Потом снова вдох, вытягиваем ручки вверх и разворот в левую сторону. Таких можно сделать 3-4 повторения. Это очень приятные такие ощущения, легкие. Но, как минимум, главное, дивись на вас, уже стоит легче. Угу. Ну, вот, как минимум. Главное не сутулиться, да, вот все время вытягиваться. То есть вот все, я же, как я уже сказала, что очень все просто. Нам нужно просто вот так вытягиваться, потому что когда мы начинаем округляться, сразу же напряжение возникает в позвоночнике, поэтому нужно вытягиваться. И потом я бы добавила еще тоже, чтобы пробудить позвоночник, такие перекаты, не перекаты, а такая как волна. Вдох, вперед, мы прогибаемся, грудную клетку направляем вниз и с выдохом круглой спинкой уходим назад. И еще вдох, раскрыли грудную клетку, и с выдохом круглой спинкой ушли. Здесь же можно еще круговые движения добавить. Вдох и уходим в правую сторону, назад. Так, по кругу в одну сторону и в другую сторону также. И стараемся на прогибе, когда мы прогибаемся, делать вдох, и когда округляемся, делать выдох, чтобы хорошо вытягивался позвоночник. Вот. И также вытягиваем руки в стороны, начинаем разминать кисти рук. Кисти особенно, ну вот у меня... Ко мне девочки ходят, потому что у меня такая женская йога. И у девочек вижу, думаю, что у мальчиков тоже так же, часто вот запястья очень слабые. Поэтому нам нужно разминать вот эту область. А як так прокачати, щоб вони не були слабкими? Ну, нужно, во-первых, вот так разминать все время. Я люблю вот такие еще простые, да, вот как сжимаем, разжимаем кулачки. Есть еще такие тренажерчики, я не помню, как называется, вот, и можно тоже сжимать, эспанда, разжимать. Эспанда, да, и нужно все время вот это постоянно кисти, вот делать с ними. Можно вот просто вверх-вниз, то есть много способов. Я люблю такую восьмерочку. Можно танцевать индийский. Да, здесь можно вообще добавить еще раскрытие грудного отдела, вот вдох вот так раскрыться, потом выдох, опять же, эту область, да, нашу грудную так растянуть, и тоже будет полезно очень. И локтевые суставы тоже. Все это нужно утром пробуждать, да, потому что если не размять, потом где-то случайно можно... А это уже пришли народные. Да, украинские, да. Только сейчас, да, и прижимая таз, мы делаем вдох, и как будто нас потянули за правой рукой, вот так вытянулись в сторону, не отрывая ягодиц. Потом вдох и за левой рукой потянулись. И добавляем такие вытяжения, будем почувствовать в боку. Вдох и вытянули левую ручку в диагональ, выдох. И вот тут вся область вытянулась. Потом меняем вдох и вытягиваемся. И тоже тут можно 3-4 повторения таких сделать. Потом, вот люблю очень, можно стопы размять внизу. Ой, стопы-то хорошо, да, конечно. Вот так прокрутить чуть-чуть в одну, в другую сторону. Ой, что-то упало, нет? Не-не, это мой прибор. И потом попробовать вот так без помощи рук подняться вверх. Вау. Так. И здесь я бы еще добавила в стопы, потому что у нас на стопе у нас все точки находятся, то есть очень тоже стопе нужно уделять внимание. Такие перекаты на полупальце, вдавливая пальчики, колени выводя вперед, тоже пару раз. И из стороны в сторону так покачаться. И не забыть вот тоже верхнюю подъем потянуть на большой палец, от большого пальца, вот так у меня аж прохрустело чуть-чуть, к мизинчику. Я сегодня с поезда не успела еще сама разминку, поэтому с вами вот делаю сейчас. И тоже от большого пальца к мизинчику. И точно так же вот левую ножку тоже размять. У мене одразу є запитання стосовно того, що, ну, ми, дівчата, особливо влітку, любимо підбори, да? І якщо, наприклад, теж не розігріти стопи і вдягнути їх, є ризик, як я розумію. Конечно, нужно, да, очень важно, вот, и особенно может быть, когда вот так нога все время устает, если мы ходим на каблучках, не разминаем стопы, потом, ну, вообще разные факторы есть, ну, развитие там того же плоскостопия, может быть. Поэтому вот очень, кстати, тоже еще полезно вот так на внутреннюю сторону становиться,
і пальчики підтягувати к собі, і так ходити туди-сюди теж. В одну сторону, потім в другу. Да. Это смешно, но это очень полезно для стопы. И тазобедренный наш сустав, самый крупный, тоже нужно обязательно уделить ему внимание. Смотрите, мы когда стоим, стопы параллельны, и немного мы подкручиваем таз, то есть не прогибаемся в пояснице, потому что возникает в ней в этот момент напряжение. Когда мы делаем зарядку, нам нужно вот так раз направить копчик в пол, поясницу сделать без прогиба. И мы можем еще здесь так вытянуться, вдох, потянуться ручками вверх, оттянуть плечи, потянуть позвоночник, стопы вдавлены. И потом руки в стороны, чтобы легче было сейчас баланс держать. И мы, почему мне нравится здесь разминка тазобедренного, потому что мы остаемся на одной ноге, и это очень помогает включить голову. Ну, многим может быть сложно, да, будете там шататься. То есть тут нужно смотреть в одну точку, направлять свое внимание, уже включать концентрацию. Можно также на кончик носа смотреть, направлять внимание. И мы начинаем разминать тазобедренный сустав. Левая стопа плотно прижата, колено чуть-чуть присогнуто. Mm-hmm. Вдох. И вот так отводим в сторону, выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И здесь добавляем такие круговые движения в одну сторону и в другую сторону. И потом, чтобы еще себя настроить, можно так поставить стопу на внутреннюю сторону бедра. Если тут сложно будет, можно ниже поставить, постоять на одной ноге, чуть-чуть подышать. То есть с одной стороны и то же самое сделать с другой стороны. И это вот мало того, что мы размяли сустав, еще и нас настраивает. То есть мы здесь и сейчас находимся, потому что если мы стоим на одной ноге и думаем о чем-то, другом, о работе, о каких-то проблемах, заботах, скорее всего, мы сразу начнем вот так шататься и упадем, может быть. Я раньше думала, что это просто красивая йога, знаешь, ну, типа поза в йоге такая. Нет, это как раз таки вот все балансы для того, чтобы, сейчас не знаю, куда мне, как мне лучше развернуться, чтобы включить как раз вот внимание и концентрацию, чтобы быть здесь и сейчас. То есть мы можем быть, вот я могу сейчас общаться с вами, а думать о чем-то другом, а важно находиться именно в моменте вот здесь и сейчас, вот так. Классно. Да, ну, это такой вот комплекс, то есть, чтобы размять все основные суставы и пробудиться, то есть достаточно для того, чтобы потом в новый день идти и покорять мир. Ну, я, в принципі, вже готова йти в новий день і підкоряти його, хоча я тільки розім'яла ручки. Але сьогодні у нас ну, дійсно такий вийшов дуже класний ранковий ефір. Ми дякуємо вам за цей заряд. І я вам теж благодарна. А скажіть, будь ласка, якщо жіночки старшого віку, їм також можна виконувати цю зарядку? От, все, що я показала, можна виконувати всім. Єдине, що от стоя на одній нозі, звісно, буває дуже складно. Причому я можу сказати, що навіть дівчатки, от, я бачу, які займаються там в тренажерному залі, у них всі мышцы очень там проработанные, они могут тоже не стоять, у них тоже может не получаться стоять на одной ноге, просто потому что, опять же, нужно сконцентрироваться, первое, а второе, это работа глубоких мышц, мышц-стабилизаторов, вот, которые в йоге, собственно, очень тоже хорошо прорабатываются. И если, конечно же, молодая девушка, она может сразу там как-то среагировать, поставить ногу рядом и не упасть, то взрослым я бы рекомендовала, кто постарше, можно где-то попробовать возле стеночки придерживать, ну, страховать себя, да, там, вот. То есть попробовать на одной ноге постоять, потом уже это все легче и легче с каждым разом будет становиться. Ну и все ж таки мне цікаво, чи чоловіки займаються йогою? Занимаются вообще в целом. Ну просто у меня больше, ну такая получается женская аудитория. Но, конечно, мужчины многие занимаются, многим нравится это, я знаю. И тоже и учителя есть тоже по йоге. Вау, у мене навіть є знайомі чоловіки, які дійсно займаються йогою. Слухай, ну це для мене взагалі ноу-хау, бо я думала, йога – це суто жіноча справа. Нет, просто каждый в своє время к этому приходит. У нас, ну, кому-то близко, там, тренажерный зал, да, а кто-то потом... Ну, что йога, ну, это не только физическое, да, это все же еще такое духовное развитие, то есть это именно умение, вот, как я сказала, находиться в моменте, это очень важно. И говорят, что самая сложная асана в йоге – это шавасана, в которой вы в конце просто лежите, расслабляетесь, но в нашем же ритме, да, это очень сложно просто взять, расслабиться и ничего не делать. Поэтому йога как раз вот она учит тому, чтобы вот уметь, да, отпустить вот этот поток мыслей, например, напряжение, потому что наше все тело взаимосвязано, мы где-то перенервничали, у нас где-то вылезла какая-то проблема там, поэтому нужно со здоровьем, да, поэтому нам нужно беречь свое внутреннее состояние и балансировать его. Вот. Класс. Классно.
Ну, я не знаю, я вже спокійна. Я скільки разів не намагалася робити оту йогу, у мене не виходило. Але поговоривши з вами, мені здається, що треба зробити ще одну спробу. І, можливо, сьогодні я нарешті навчусь. Так. Ну, якщо ви переглянули це відео, то ви 100% наш вірний та кращий друг, і ми раді тому, що ви разом з нами на телеканалі «Правда тут», і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube, щоб не впустити найцікавішу інформацію і найактуальніші новини. Ну, і, звичайно ж, коментуйте кожен коментар. Ми особисто читаємо і на нього стараємось реагувати. Ну, і тицяйте на той дзвіночок, аби не пропустити жодне з наших нових відео. We'll be right back.